Ежедневно в крупных городах России фиксируется более 100 случаев острых инсультов. Статистика пока неутешительная. Почти 80% мужчин и женщин становятся инвалидами. Именно поэтому сегодня остро стоит вопрос об эффективности реабилитации пострадавших от последствий нарушения мозговой деятельности. Инсульт помолодел резко. Если раньше было это удел 50-60 лет, то сейчас мы и 25 уже получали инсультиков. И в 30 уже, а 35 это уже как норма стала. А все симптомы, которые возникают у человека на начальной стадии развития данного заболевания, расстройства мозгового кровообращения, они могут легко лечиться, устраняться, и человек не будет именно вот уже получать конечный этап этого заболевания. Этот медицинский центр входит в структуру Челябинского филиала НИИ неврологии Российской академии медицинских наук. Именно здесь реализуется одна из новейших реабилитационно-восстановительных программ. Очень часто сопутствующими заболеваниями являются сердечно-сосудистые заболевания. Это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Гипертоническая болезнь отдельно. При необходимости мы назначаем и иглорефлекс-терапию, и назначаем массаж и лечебную физкультуру непосредственно в номере. Нарушение сна и храп – предвестники серьезных заболеваний, поэтому коррекция рисунка патологии сна служит основой для дальнейших лечебных рекомендаций. Многие нарушения сна, не только бессонница, обычно это беспокоит наших пациентов, беспокоит то, что они мало спят. Да, это плохо. Но еще очень грозным фактором являются сонные апноэ, остановки дыхания во сне. Они бывают достаточно частыми. Храп сам по себе тоже фактор, или проявление, которое приносит диспропорцию в физиологию головного мозга. И, соответственно, меньше кислорода поступает к головному мозгу. Специальная программа восстановительного лечения позвоночника направлена на улучшение его подвижности, снятие боли, лечение различных видов остеохондроза и даже атеросклероза нижних конечностей. Лечебная база курорта располагает большим комплексом специальных восстановительных аппаратов. Очень хорошая процедура. Уже помогла, я уже нормально хожу. А то все время согнутая, согнута была. Бальная терапия и грязелечение помогают вернуть чувствительность тканей. Радоновые ванны и гидромассаж избавляют от болевых синдромов и судорог. А расслабляющие банные процедуры успокаивают и лечат заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В курс лечебных процедур входит посещение русской и восточной бани. Наша территория, наша местность по запасу солнечных часов, по солнечной активности, по запасу большого содержания кислорода в воздухе соответствует крымской местности. Каждый год по программе профилактики и реабилитации сюда приезжают тысячи пациентов и отдыхающих. Это жители отдаленных регионов страны, от Дальнего Востока, Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга до самых северных территорий и европейских стран. Все они едут сюда за здоровьем, которое дают уникальные природные факторы. Лечебные радоновые источники, сапропелевые грязи и неповторимый горный воздух вокруг побережья озера Увильды. Сами природные факторы, природное положение лечит человека здесь и помогает ему жить в той комфортной, качественной среде, в которой мы и находимся. Вот отношение людей сегодня к себе каждый должен пересмотреть. Вот отношение к своему здоровью. И самое главное, что пересмотрев себя, надо и детям привить это. Я люблю, когда приезжают большие семьи с детьми. На это разработаны специальные программы по лечению у детей, потому что, к сожалению, у нас и здоровых детей очень мало.